Всем привет и приятного просмотра. Мы продолжаем качаться за панду монаха, за орду. Опа, перед нами чувак летит. Прям почти одновременно вылетели мы. Мы летим в Нексус, там, кажется, не ошибаюсь, последний остался квест у нас. Пройти. Ну, к Нексус, точнее, мы пойдем к Нексус там. Серия прошли, можно так сказать. Ну чё, посидим сейчас, ну, пока летим, точнее, мы летим не стоишь по-любому. Это еще 3 часа нам осталось. Так, 75-й, да, 75-й еще неизвестно. Если будет, он тоже сюда летит. Чувак, это вот это вообще нафиг с того урника здесь делать. Ну, может, что-то есть интересное, не знаю. Ну, считать, что я не знаю, что он сюда прибежал. Но у меня вот тут просто квест держит. Из-за этого я полетел квест выполнять. Выполню этот квестик. И скорее всего сюда же пойдем, да, уже полетим. Выполнять квесты. Злой деревца. Нифига себе, у тебя что надо убить? Я пока не могу прочитать. Надо подождать. Очуметь вообще просто. Я же не помню, что я убивал вообще его. Все. Это и есть, а что тут? Надо сделать. А вот этот Нексус, это вход. Подземелка. Иди, да, надо что-то где взять. Заклинание еще не... Тюремная обивка, что за тюремная обивка? Все. Задание выполнено. А чем это сложное задание было вообще просто невыполнимо. Очень-очень трудная. Прям спасу нет. Боюсь, что не выполню ее. А сколько за нее дает опыта, если за это задание? О. Так, вот он, чувак. Все. Понятно, задание выполнено. Полетели сюда, значит. Полетим вручную. Опять летать и летать, все, ходить и летать. А что мне там дал-то, интересно? А, вот. Нафиг он мне сдался? Мне интересный вопрос. Так вот что их дарил. Похудел, нет. Сюда надо еще, я думаю. Северное сияние. Сюда надо. А он только отсюда. Марлоков еще надо помогать здесь, я знаю, квесты будут. Зараженным марлоками, блин. А вот оно, кажется, есть наша база. А там где-то есть аэродром. Вот он. А, вот я прям вижу его. Аэродром, это Альянсская. Сказать так, база. Так, открываем вот это. Берем тебя. Привет, привет. И у тебя квест берем. Пусть духи хранят тебя. А где квест? А, вот он. Ш
шаманка. Что тебе нужно? Прощай. Да мне ничего не надо. Вот как раз рядом квест есть. Прийти сразу к нему. Это, конечно, водный менталь, если не ошибаюсь. А, нет, не водный, а... Ветерное. Не знаю, ветер какой-то, короче. Я пока не могу применить. Убить этих. Еще не готов. Взял мне задание. Я не могу это сделать. Ну все готово. Значит, даже не убью нифига. Ну и чё? Дай мне свободу-то, а. Так, и полетели сюда вот. Это мы успеем. Задание взять у Марлока. Ну, ну чё, он, интересно, он попросил помощь, что ли? Откуда они знают? Надо подождать. Вот так вот. Я пока не могу применить эту способность. Он скажет, да, ты молодец. Что будет их задание сдавать теперь? Интересно, сколько за это задание дают? Это за каждым заданием будет такой вопрос сдаваться, да? Что такое был там? А, битва титанов. Водный с огненным. Элементаев. Оо. 17 тысяч. Я не против. Получить 17 тысяч. Я не могу это. Я пока не могу применить эту способность. Так, фигня это полнечная. Нет тут ничего. Частицы пури, блин, собирать надо. Еще не готов. Я пока не могу прочитать это заклинание. 18 тысяч на самом деле опыта нормально. Не устраивает столько опыта. Ну что? Заклинание еще не готово. Я пока не могу применить эту способность. Нормально так. Еще не готово. Я не могу это сделать. Еще не готово. Вот так вот. Я не могу это сделать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Да. Частичка даже не, она не попала за такое время. Офигеть просто. Я пока не могу применить. У меня нет цели. О, одна есть. Оливую. Убил 50 штук примерно, и одна только появилась. Я не могу. Надо подождать. Заклинание еще не готово. Ну и что будем делать? Дашь мне частицечку? Нет, ты уже не дашь ты мне ничего. А вот ты можешь собирать это все-таки ресурс, который нужно для нанесла. Мне нужна цель. Нет, только не это. Ну сейчас убью его. Будет собирать, значит. Пусть будет. Ничего страшного. Сначала надо выбрать цель. Опять не она, нифига. Ну хоть квестовые появились побольше, чаще стали. Уже подряд уже. А, не то нажал я. И опять ни то, ни другое. Сюда. Как вы прям любите мучиться. То и не другое опять. А, точнее, квестовые есть, а то и нету. Я пока не могу прочитать это заклинание. Так, это фигня полнечная. Слишком далеко. Ну и сюда. Я не могу это сделать. Я пока не могу применить эту способность. Еще не готово. Ну все, когда пойдем квест давать. 17 тысяч у нас в кармане. Так, это подземка, я думаю, вряд ли такое время. Когда я сейчас сижу. Это вряд ли кто-нибудь будет вообще. Пойдем, может, Марлоку поможем, а? Только там, конечно, задания такие вот.
Я не помню почти, но там, блин, под воду, если не ошибаюсь, надо. Опачки, руда. Руда нужна. Ну, точнее, опыт от нее. Я больше получу, чем саму руду. Вот его как раз он и есть. Вот он сейчас будет что-то общаться по-человечески, что ли? Я слушаю. Вот я слушаю, ну как вот это вообще можно? Адрес. А, даже не этот, а как его? Больше напоминает на Кроуэльф. Погружаемся, да, я так понимаю. Вон и медаль тут плавает. Давай, а. Быстрее твоя. Вупь, вупь. Нафиг ему это надо? Что-то я не понял юмора. А чем наполнять ее? Это что, фигню что ли надо? Ты иди сюда. Ты мне что нужен, не пойму. Ты иди сюда, Павел. Не видишь что ли, нифига. Хитрый здесь нашелся. Или вот это вот демона надо убить. Себе надо взять энергию, да? Я не могу это сделать. Берем так. Да-да-да, с него. А я что-то не помню, что с него что-то брал. Тут раз. Ну ладно, бег боксим с ним. Че, полетели отсюда нафиг. Быстрее соберемся, быстрее лучше. А, тут еще ракушки хоть собирать надо будет, да? Да-да-да. Квесты не суперские на самом деле. Вот она. Что привело тебя сюда? Пусть звезды направляют. Чё там? Себя. Моллюски. А, моллюски нам. Я сказал, блин. Моллюски дурацки собирать, блин. А, они везде здесь даже находятся. Без вас никак никуда. Недостаточно энергии. Так, берем эту фигню. Вижу, есть еще один. Еще не готово. Мне не хватает энергии. Ну давай, блин, подохни, блин, нафиг. Пошел дружбана искать. Че, вы тоже разумные, что ли? Я слишком далеко от... Офигеть, ну ты просто монстр. Просто затащил. Все, что возможно тащить было. Нет, они поплывут, ты чё? Это же, блин, вообще ужас, и надолго это будет у меня. Давай здесь на суше побегаем, посмотрим что-нибудь. Ракушки. А вот вижу одну ракушку. Моллюск, точнее. А вторую, кажется, вижу. Раз. Давай, ты замолчишь. Да, он замолчал, как он сказал. Умница вообще просто. Мне не хватает энергии. Салантов я тоже сейчас не знаю, что когда 75 будет сейчас брать ее. Ну до 75 еще далеко. На самом деле. Далеко-далеко. Это так просто кажется, блин. Недостаточно. Но. Я не могу. Я давай. Опа-на. Все, готово. Перейти сдавать за 17 тысяч опыта.
А тут что у нас? 17 тысяч туда. Не густо, половину только сделали. Если подземка была бы еще. Вообще еще супер бы. А ты что хочешь сказать? Иди убей всех предателей. Ишнуала. Ты какой-то странный, ё-моё. Ну это сразу я понял. А что еще надо сделать будет? Заклинание еще не готово. Еще не готово. А нафиг им лодка нужна? Я не понимаю, от лодки дело. Так, бита, спасено. А, спасено. А тут нет его. У меня нет цели. Я фиг узнает. А вот там кто-то есть. Да, какое-то мастерство. Тьф. Отчемить просто. Я вообще дурдом какой-то. Я пока не могу применить способность. Я троих, кажется, освободил. Сначала надо выбрать цель. И говорим, бешеные какие-то. Нифига, вы кита что ли? Касатку? Поймали. Ну вот демоны, а. Так, там что-нибудь есть? Нет. А, есть. Пойдем сюда. И пещерку, скорее всего, пойдем посмотрим, как там дела в пещерке. Заклинание еще не готово. Вы нафиг заклинание, ты не маг, нифига, заклинание уже готово. Погнали, погнали. Я не могу. Мне нужна цель. Ну и что ты всех убил, а? Надо ему еще освобождать здесь кого-то. Дожди-ка, разду чуть позже. Сначала детей. Как они там вообще? Вот столько детей, 20 детей у них убрали, а где половина? Нет, что у них не хватит, это их не наследники были все. Еще не готов. Не офигевал, вот это да. Мы тоже хотим быть монахами. В будущем они подумали об этом. Ой, говорю, тут кости где-то. Где-то он тут есть. Сейчас скоро приду тебе на помощь. Мне осталось нескольких освободить и все. Вот для чего уходит. Главарь их не по-любому. И в конце же сказать, говоря надзвалит. Ты сбегал сюда, все сделал, но все равно ты говорил, сейчас еще должен сюда сбегать. А сразу нельзя было сказать. Один глава, один для того. Ну раздели просто квест, а так он будет, как и будет. Что-то он у вас почернел как-то странно. А, вот еще они, и все. И пойдем чувака спасать. Мне не хватает энергии. Я не могу это сделать. Это ведь замечательно. Что, пойдем? Достаточно убить ты, ни о чем. Недостаточно энергии. Еще троих осталось. По-любому по пути они попадутся мне. Да его буду его освобождать. Жалко, мы здесь бегать не умеем быстро. Это самая большая скорость. Турец южный. Даже краб заражен. Офигеть просто. Это говно. Нифига за мной дети бегают. Какие, а? Прям ужас. Понятно, дает квест взять у него... Ключ, если я бы знал, я бы не бегал туда-сюда просто тупо. Он, да, где он? Вот он.
Удот, блин. Я пока не могу прочитать. Мне пофигу на тебя вообще. Дай ключ, я. Остался бы живых, если ключ отдал бы. Дети побежали обратно. Я послушаю музыку. Такие вообще просто демоны. Прямо вот так берут и смотрят на тебя, эти демоны. А что там за кость еще один, блин, появился? Непонятный. И ты тут такой же, да? Ну погнали. Ну вот когда вот почему здесь такая фигня, не понимаю. Уходим отсюда, все уходим. Уходим, да-да, уходим. Согласен уходить, все. Ну блин, он тащится как черепаха. В этом случае просто вот непонятно. Давай бухнем хоть. Да, тихо. Ну что, давай посмотрим, что в подземке. О, танка не хватает. Очуметь просто. Да, ну танка не хватает. Очуметь просто. Прям слов нет нифига. Фигово будет, если он подземку включится, когда вот это еще не доведу я. Но придется соглашаться на нее на самом деле. Это я успею выполнить. Еще не готов. Ты учиди, ё-моё, блин. Это он свое время возвращается. Тупит. По-страшному тупит. Это чё? А нафиг он это сделал? С флагом прибежал сюда? Чё-то тупит вообще. Это чё, следующий квест что будет какой-то? Непонятный какой-то квест. Не правда ли, а? Давай с неба нападем на него. С воздуха. Да. Я просто убивать надо. Сначала надо выбрать цель. Еще как повезет с этой подземки пати, ё-моё. Фиг его знаю, может идиоты они. Блажать еще, не знаю как бы. Ладно, у меня шмот-то нифига не фамилия. Я бы сам урон, ты просто повезел, может. Не надо, что так обошел. Опа, а ты тут такой? Я пока не могу прочитать это заклинание. Ну чё, давай, отупляйся, иди давай быстрее. А, всё? И нет ещё. Твое безопасное место или нет? Король. И тебе, да?
Мир тебе. А, во. Так, это мне не надо, это не надо, это не... Что палец надо? Он мне нахуй, нафиг интеллект дался вообще. Вообще берем вот этот кинжал. Иди с миром. Так, это... Нет, не нужно. Нифига себе. Скипетр зимних полуников. Дробеж одиночный. А, одиночный. Вот это берем, значит. Прощай. И что сделать дальше? Приветствую. Короче, ты дурак, ты сдашься, я понял тебя. А ты что хочешь мне сказать здесь? Нифига себе, ты, блин, грызешь. А чё мить просто? Да, задание. Иди сюда. Надо подобраться поближе. А-а-а. Надо подождать. Я не могу это сделать. Еще не готов. Так, не ори нифига мне. Понятно, 7 штук надо таких убить. Да. 4 минуты. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ты готов, сейчас еще и туда плывем как раз. Ту сторону уже. Заклинание еще не готово. Надо подождать. Готово. Полетели туда, короче. Я не буду сейчас мучиться. Под водой все плыть тут ту сторону, блин. Не знаю, знаю. Так. О. В воде. Не то, не нифига. Да не вызывай никого, а. Почему там все общается со мной, блин? Не, ты этого не хочу. Вообще под воду попасть. Иди сюда. Да, блин, вот под воду, а. Скрылся от меня. Так, осталось еще 2. Ну давай так попрыгаем хоть, а. Так веселее, да. Ну сюда полота, а. Чем еще не готово. А ты не глубоко. Я согласен не глубоко уходить. С пигвинами что ли там стоит? Вот это да. Иди сюда, Павла. Не сказал сюда. Слишком далеко. Но. Мне не хватает энергии. Понятно. Все. Тут можно улетать. Короче, танк не хватает на эту карту. На сучалку сюда что-то не кидает, да? А тебе как раз задание. Что там еще будет задание, может дать? Так вот тебе мясо. Готово. Я польщен. Вот это берем. Пусть звезды направляют тебя. И что там надо сделать? Ты где вообще там под землей? 22 тысячи опыта, это нормально на самом деле.
под землей, под землей, под землей. Марлоки. Так. Я понял, надо сюда идти. Вот сюда, вот в сторону. Тут был другой босс, тут теперь другой я босс. Я слишком так далеко от цели. Да, да, я так и думаю. Перезарядка сколько? 20 секунд? Да, дорого. Долго, точнее. Вот руду я не откажусь тебе взять. Все. Опыт взят. Здорово, чувак. Деремся и нет. Готово. А вы откуда делись? Недостаточно энергии. Я пока не могу. Увести. О, нифига. Тысяча опыта. Да, вот это 50 и это. А 200. Уже 100 опыта и это. Даже опущу за это 900, да, за 200. Что-то пусть какая-то. Опа, она вот тут такой тут падла, а. Заклинание еще не готово. Мне не хватает энергии. Опа. Готово. Ну это мне неинтересно. Че, убегаем с этого подземелки? Пещеры, может. Марлоков. Собираешься, да? Долго ты собираешься. С этой дурацкой молнией. Опа, она, вот это я не зря убил его. Думал бежать, но я думал, ладно. А тут такая вещь достается. 8 золотых. Другие не валяется, нифига. На самом деле. Ну вот, почти уже мы вышли. Из этого. Я не могу это сделать. Свобода. Можно полететь. Вот кое-что тут что у нас потом здесь еще есть, и здесь еще есть хвостики. Я слушаю. Так, чем? Вот это не круче. А вот берем, значит. Да, все. Выполнили. Ну что, здесь выполнили квест? Ты что-то там хотели они. Там, конечно, копейки это квест стоит. Но даже не дадут. Много со мной не дадут. Опа-на. Ты что-то не заметил этот раз я. Красота. Приветствую. Я, кажется, догадываюсь, что это такое. Ступай с честью. А что надо сделать здесь? Нифига себе, вот это у тебя глюч-то. Да, я догадываюсь. Что это такое еще? Что-то непонятно. Чем могу помочь? Так. Это ключи мои все. Ключи все мои эти. Кольца. Сюда надо. Блин. Ты хотел сюда.
Еще. Вот, тут еще костик появился. Говори. Ты где вообще? А, понятно. Ну, это, скорее всего, уже следующая серия. Грасс уровень там набьем. Сегодня было достаточно. Марвокам помогли в первую очередь. Ну, полетели. Двойной опыт получать там. Ладно, всем удачи, всем пока. До встречи. Продолжение следует. Прокачка панда монаха. Ну, конечно, мы уже дольше, потому что уровни дольше стали. Но все равно же. Всем пока.